Первый в Казани показ короткометражной картины «Повырга» состоялся в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Картина совсем недавно одержала победу на международном кинофестивале «Киношок», где вызвала неоднозначную реакцию публики. Необычная фабула работы больше похожа на сон. Сам автор так и характеризует свою работу – киносон. Мне очень нравится киноязык, потому что он позволяет отобразить сны такими, какими ты их видишь. И я всегда к этому стремился. Но сначала у меня родилась повесть. В 2010 году она была опубликована, повесть «Повырга». И только после повести я уже стал это все переводить на киноязык, то есть написал сценарий. Сюжет истории построен на детских воспоминаниях Влада Петрова. Главный герой картины – мальчик, который видит и переживает историю своих родителей – казанских Ромео и Джульетты эпохи 70-х. Работа над проектом велась практически 3 года. Именно поэтому актер, исполняющий главную роль, растет на глазах у зрителя. Особую атмосферу создает и композиция в кадре. Практически все сцены были сняты на советские объективы. Помимо этого, необычный антураж картины во многом сложился из деталей. Квартира, в которой проводились съемки, была заполнена вещами из 70-х и 80-х. Эти предметы все обычно люди ищут по мне, потому что у меня очень большая коллекция. Я собрал все это не только для того, чтобы в кино снимать или работать. Я же как бы широкий диапазон, я занимаюсь современным искусством. После просмотра студенты смогли пообщаться с режиссером лично. Неоднозначность образов фильма для многих стала неожиданностью. Главным вопросом из зала, который задали на удивление автора одним из последних, что такое «Повырга». «Повырга», по словам режиссера, обозначение этого мира, но под другим углом, глазами ребенка. Это слово сам Влад Петров, будучи ребенком, выкрикивал, скатываясь на санях с горки. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет вымышленное слово обретет такой смысл и станет названием первой фестивальной работы режиссера. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.